Рад вас всех видеть на нашем командном вебинаре. Пятницу, 8 вечера, да? Давайте мы проверим связь, как меня слышно, как меня видно. И мы будем начинать наш вебинар. Ага, вижу, пошли плюсики, отлично. Так, хорошо, не нужно ни громче, ни тише, да? Все видно, все слышно, хорошо. Итак, еще раз всем добрый вечер. Меня зовут Денис Бирюков. И я являюсь вместе со своей женой организаторами, предпринимателями, организаторами международного проекта «Территория роста». Да? Вот. И на сегодняшней встрече мы будем говорить с вами именно о сути бизнеса, о том, что, какие деньги зарабатываются в проекте, какие деньги можно вообще, что можно получить благодаря тем возможностям, которые дает бизнес, да, онлайн-бизнес. Вот. И, конечно же, что мы предлагаем? Мы предлагаем открыть вам свой онлайн-магазин вообще, да? И для чего это? Что это? В чем суть вообще? В чем вообще суть онлайн-магазинов? Что это такое? Да, немножко, давайте подробнее немножко остановимся на этом. Смотрите, если говорить немножко о... Что было, что происходило немножко назад, да, 10-15 лет назад, ну, даже немножко больше, 20 лет назад, многие люди вообще боялись зайти в интернет, боялись вообще подойти к компьютеру, не знали, с какой стороны к нему подходить и с какой стороны он включается, да. Ну, а если говорить немножко о сегодняшнем дне, что такое онлайн сегодня, что такое интернет, и сколько людей вообще пользуются, делают покупки через интернет, да, то в Беларуси пользователей сети интернета более 10 миллионов, да. А в России 85% от всего населения России пользуются интернетом и делают покупки, да, через интернет. А 43%, половина всего населения России, больше, меньше немножко, да, покупает ежемесячно, делает покупки через интернет. Поэтому очень многие предприниматели, очень многие бизнесмены переводят свой бизнес в онлайн. Вот. И, конечно, что вообще, что дает наш сегодняшний век информационный, какие преимущества, что можно сегодня получить через интернет, что можно вообще оплатить через интернет. Это, смотрите, и покупки товаров в интернет-магазинах, и оплаты билетов. То есть на сегодняшний день интернет – это, наверное, такая неотъемлемая часть для всего населения, которые пользуются и решают очень многие вопросы благодаря интернету. Да, и знакомства, и браки, и покупки, и оплаты, и перечисления, переводы, и такие покупки, как недвижимость, как автомобиль. Мобили, все это делается, осуществляется непосредственно через интернет. И в чем заключается наша с вами задача, в чем заключается наш бизнес, да, в чем все нужно делать вообще? Это переводить покупателей поток, создавать поток покупателей, да, и переводить их в наш онлайн-магазин, в ваш онлайн-магазин, который вы открываете на свое имя. Да, и как это делается, вот я вам немножко дам анонс завтрашнего обучения. Завтра в 10 утра уже будут, именно в 10 утра будет успешный старт, будет проводить его Елена Ракоча, это организатор проекта, один из организаторов проекта «Территория роста». В 10 утра в субботу будет проводить сама Елена Ракоча обучение, именно успешный старт с методами, да, какие действия, что нужно делать с первых минут в онлайн, да, и как успешно стартовать в этом бизнесе. Ну, а мы двигаемся с вами дальше. И, конечно же, интернет дает очень большие возможности и ресурсы, да, и какие ресурсы предоставляет компания, с которой мы сотрудничаем. Компания – это международная компания, да, у которой есть свои два глобальных международных сайта. И это не просто сайты, это сайты обучающие, это сайты информационные, это сайты, на которых есть вся подробная информация о косметике, о продукте, о мероприятиях, о обучении всевозможные на сайте, все-все-все, сертификация, все-все-все, то, что можно впихнуть, бухгалтерия, да, все отчеты, все это есть на международных, на этих двух сайтах и на ваших страничках онлайн. Вот, смотрите, компания взяла на себя организацию поставки, организацию логистики, организацию доставки товара. То есть нам с вами вместе ни о чем не нужно думать, ни о чем не нужно заботиться, потому что компания все это взяла на себя. Бухгалтерский учет,
В каждом офисе есть отчет, в каждом интернет-магазине есть отчет полностью, ежемесячный, ежедневный отчет по тем людям, которые к вам приходят в ваш онлайн-бизнес-магазин, по тем людям, которые делают заказы, по тем людям, вообще полностью все, да, полностью вся информация о людях, о продукте, о продвижении товара, все это есть на вашей страничке в интернете, да. И, конечно же, очень важно то, что компания берет ответственность за продукт на себя, потому что сейчас вот многих людей, когда общаешься и спрашиваю, что важно вообще, что важно для человека в продуктах, да, и человек говорит в косметике, в косметических продуктах, что важно. И сами люди говорят, важно сервис, да, важно то, как нас обслуживают, важно качество продукта и важен результат. И я вот считаю, что вот эти вот все три компонента есть в компании, и компания очень сильно борется за доставку, за ту ответственность за продукт, за качество продукта, за, наверное, за результат от действия продукта. Очень сильно идет вклад в развитие, и компания ежедневно делает все возможное для того, чтобы наш продукт был качественнее, да, и эффект и результат от воздействия продукта был с каждым днем улучшался. Ну и, конечно же, те акции, подарки, бонусы, которые делает компания, поездки, это на самом высоком уровне, да, потому что идет полностью 100% поддержка от начало и непосредственно при росте человек, когда начинает в онлайн-бизнесе расти, развиваться, то есть он чувствует полную 100% поддержку от компании, которая нам предоставляет все вот эти вот ресурсы. Да? И, конечно, что если говорить о том, кого мы выбрали, какого партнера мы выбрали для построения бизнеса, да, мы выбрали компанию Oriflame. И что это такое? Это компания, которую, я думаю, что у всех на слуху, которые не раз уже слышали о компании Oriflame, но у каждого человека есть свое мнение по поводу компании. Я надеюсь, что это правильное мнение, ну, потому что сколько людей, столько и мнений, согласитесь со мной, правда ведь, да? Вот, поэтому это компания, которая развивается не в одной стране, это компания, которая не привязана к экономике одной страны, это компания, которая работает официально на рынке Беларуси, это компания, которая работает официально на рынке более чем в 60 странах мира, да, и благодаря, наверное, вот этому качеству компании входить на рынки тех стран, на которых она развивается официально, мы можем регулировать цены, потому что все вы знаете, по каким ценам работает компания Oriflame в Беларуси, да, и благодаря тому, наверное, что компания развивается и показывает трехзначные цифры роста в разных регионах, в Китае, в Индонезии, да, в странах Латинской Америки, в африканских странах, да, поэтому цены, которые на сегодняшний день в Беларуси, это понятно любому человеку, что это делается для того, чтобы удержать количество и качество сервиса, да, потому что, ну, цена на условные единицы в Беларуси равна 13 тысяч, это шикарная цена. Поэтому компания дает нам, как лидерам, дает вам, как организаторам своего бизнеса, как партнерам, как консультантам, развиваться и приглашать людей в бизнес, который официальный, легальный и с шикарным очень доходом. Да, компания, которая на рынке 47 лет, потому что даже уже не 47, а 48 лет. Уже 49-й год идет компании, и это компания, которая зарекомендовала себя, компания, которую уже не нужно, наверное, рекламировать, потому что у всех она на слуху, да. И за 47 лет все-таки это уже, наверное, такой возраст, которому можно доверять. Компания, в которой раскрученный бренд и товары повседневного спроса. Да, потому что, смотрите, не надо никому говорить, что нужно всем мыться, правда? Ведь каждое утро мы встаем и не задумываемся. Экономический кризис или еще какая-то ситуация, но мы идем с вами нашего каждого человека, да, вот в чем фишка бизнеса, да, что продукт, который мы рекомендуем, его не нужно продавать. Он и так и сам продается, потому что людям не нужно рассказывать, что им нужно умываться, что нужно мыть голову, что нужно чистить зубы, что нужно девушкам делать макияжи, да, там ребятам ухаживать за собой, поэтому это тот товар, который сам себя продает, сам себя рекомендует, поэтому наша с вами задача будет только состоять в том, чтобы давать качественную и правильную рекламу и приводить людей из традиционных магазинов, да, из магазинов, в которые мы ходим с вами, которые гипермаркеты, супермаркеты, именно в ваш онлайн-магазин, да. Итак, товарооборот, очень важно, посмотрите, товарооборот компании, это цифры прошлого года, у нас уже есть итоги подведенного, вот 2015 года компании товарооборот превысил 2 миллиарда евро,
2 миллиарда евро компании товарооборот. Представляете, что это за компания, в которой такие товарообороты? Поэтому в этой компании есть деньги, да, и то, что я говорил про бонусы, про акции, про поездки, про подарки, компания не экономит на этом, компания делает, где мы были, в каких странах компании, и что делает компания, какие акции, какие бонусы, какие подарки дарят, все это увидите немножко дальше, да. И понятно, что это официальный и легальный доход. На сегодняшний день очень важно, я думаю, всем вам, тем людям, которые сегодня на вебинаре, чтобы те деньги, которые вы зарабатывали, это было официально, это был доход открытый, чистый, с которого платятся налоги, с которого платится ФСЗН, с которого идет вам стаж, да, это благодаря, наверное, нашим доходам, и это не маленькие деньги, которые мы зарабатываем, мы участвуем в благотворительности. И вы знаете, когда мы идем в налоговую, платим налоги, то мы оплачиваем, наверное, не одну пенсию нашим пожилым людям, да, в нашей стране, в Республике Беларусь. Вот, поэтому это партнер, это достойный партнер, и это, знаете, какой очень, скажем так, надежный партнер. Надежный партнер, который на 100% поддерживает своих лидеров, своих консультантов. Да? И, наверное, благодаря вот этим всем своим качествам, компания Oriflame в Беларуси в 2015 году опять заняла первое место. Да? Компания, космическая компания прямых продаж номер один. Да? Потому что, я говорю опять, потому что мы уже на протяжении 8, наверное, лет, 8 лет мы занимаем первое место в Беларуси, выбор года. И вы знаете, эта номинация избирается и определяется не консультантами, не менеджерами, не директорами компании Oriflame, а именно потребителями, клиентами, теми людьми, которые выбирают для себя именно компанию Oriflame. И вот на этой фотографии генеральный директор компании Oriflame в Беларуси Екатерина Мамедова. И вы видите, что она видит, держит в своих руках такой шикарный диплом. Первое, вот видите, да, международный фестиваль, конкурс «Выбор года 2015» в Беларуси. И на этой фотографии вручается вот такой вот шикарный диплом нашему генеральному директору Екатерине Мамедовой. В компании есть не только косметика, не только бижутерия, аксессуары для мужчин, для женщин, бытовая техника. Есть еще и продукция линейки Wellness, о которой рассказывала наш менеджер и директор в категории Wellness Ольга Костина. Вот буквально закончился совсем 20 минут назад вебинар по Wellness, по правильному образу жизни, о здоровом питании. И те, кто присутствовал, я думаю, получили 100% качественные ответы на свои вопросы по тому, как нужно пить, что нужно пить, как правильно питаться, да, что нужно правильно кушать. Все вот это вот было на предыдущем вебинаре. И спасибо большое, Ольга Костина, за классный вебинар. Да. Я сам немножко хочу сказать о продукции Wellness. Продукцию Wellness, все продукты пьет вся моя семья, не только я сам уже пью витамины и коктейли уже не 6 лет, и это качественный продукт. Благодаря, наверное, этим продуктам я вернулся в спорт, я профессиональный баскетболист, в прошлом 17 лет я отдал баскетболу, профессиональному спорту, играл за молодежь, за национальную сборную, и благодаря вот этим вот продуктам, коктейлям, витаминам, омеге, супам, я вернулся в спорт, я сейчас тренируюсь, играю и чувствую себя сейчас, вы знаете, намного лучше, чем когда я выходил из спорта. Да? Поэтому я рекомендую просто для себя решить, что вы хотите, как вы хотите питаться, сколько вы хотите прожить, да, и просто попробуйте для себя, попробуйте, примите это, потому что 90% всего населения Японии и Швеции, не будем сравнивать уровень жизни, да, и долголетие, да, в Беларуси или в Японии или в Швеции, но это те страны, в которых 90% всего населения пьет биологически активные добавки ежедневно. Вот. И, конечно же, эта продукция получила, это лучший продукт на рынке Беларуси, и, конечно же, очень много сертификатов качества этой продукции. Многие страны сертифицировали эту продукцию официально, да, у нас она в Беларуси продается через сеть аптек. Поэтому это классный продукт именно для построения бизнеса. Это как бизнес-инструмент. Очень важно его рассмотреть, очень важно про него прочитать и получить полное обучение, пройти по wellness-продукции, потому что это очень базовый продукт, благодаря которому есть команды, директорские онлайн-магазины, которые именно благодаря только wellness существуют, и очень сильные продажи wellness, да, потребление wellness в командах
в некоторых командах есть очень сильная. Да? Поэтому вот это такие вот премии, которые мы получили, опять же, в 2015 году, лауреат ежегодной национальной премии как здоровое питание, называется лучшая компания-производитель в категории витамины и БАД. Да? И вручает, вот нам, вы видите вверху здесь нас, справа на фотографии, это Антон Привольнов, ведущий программы «Контрольная закупка». Вручает он директору в категории wellness, правильного питания, Юлии Фатеевой, это категория wellness из России. Вот такой вот диплом мы получили в прошлом году как лучшая компания-производитель. Поэтому в Oriflame, вы знаете, важно понять то, что компания шведская, компания не какая-то белорусская, не российская, не китайская, не... это европейская шведская компания. И мы, как топ-лидеры компании, очень много ездим и общаемся с руководством, с основателями компании. И вы знаете, что то, что они говорят, и огонь в их глазах, тот цвет, вот когда они говорят про Oriflame, когда они говорят про нас, когда они говорят про развитие, про будущее компании, ты понимаешь, что ты в правильной компании, ты понимаешь, что в правильном месте, и эта компания не будет стоять на месте, она будет постоянно развиваться, постоянно вкладывать очень большие деньги в развитие, да, и продукт постоянно усовершенствуется, потому что с компанией Oriflame даже не сотрудничает, а работает на компании Oriflame на сегодняшний день более 100 ученых ежедневно трудятся над продуктом. Вы можете представить, более 100 ученых, то есть это люди, которые постоянно, каждый день трудятся над улучшением, над новыми разработками, над новыми технологиями, над патентами, в компании более 20 патентов на продукты, да? Вот, и такие сотрудники, которые номинировались на Нобелевскую премию, это доктора наук, действующие, практикующие, которые работают с компанией Oriflame, сотрудничают, да. И если говорить о звездах, то очень много звезд, которые сотрудничают с компанией Oriflame и представляют и wellness, и продукцию, и крема, такие как Деми Мур, Моника Белуччи, Евгений Плющенко, да, Наталья Водянова. Вот, поэтому много людей, знаменитых людей, которые сотрудничают с компанией Oriflame. И очень много проектов. Благотворительных всевозможных проектов, которые поддерживают звезды и российские, и европейские, и работают с компанией Oriflame. Вот, поэтому в чем преимущество нашего проекта? Понятно, что это бизнес, который помещается в ноутбуке. Да? Очень важно понимать, то, что вы не привязаны к одной стране, к одному дому, к одному месту. То есть вы общаетесь, берете с собой ноутбук в любом месте. Вот мы буквально сегодня вернулись с отдыха, мы были в течение 3 дней за городом, в шикарном, красивом месте, да, с детьми. Мы отдыхали и параллельно мы работали, потому что там был интернет, там был Wi-Fi, мы проводили встречи, общались, смотрели за развитием нашего бизнеса, да. Поэтому очень классно, потому что компания дает возможность развиваться в большом количестве стран, в котором поддерживается именно условия нашего маркетинг-плана. Да. Доход официальный, как я уже говорил, да, что тут идет 100% чистый доход каждые 3 недели. Вот смотрите, да, многие получают 13 зарплат. Мы получаем, как, ну, у нас говорят, что вы ненормальные. Да, мы ненормальные, мы получаем 17 зарплат в год. 17 зарплат каждые 21 день нам компания переводит на наш расчетный счет, официально открыто наш доход. Нет зависимости от начальника. Очень часто говорят, что людей, может быть, и устраивает работу, устраивает коллектив, но начальник, зараза, не хочется даже приходить на работу, потому что начальника все не устраивает, все время орет, все время чем-то недоволен. Но есть и другие, говорят, что начальник классный, но в коллективе есть хоть какая-то вот классный коллектив и начальник, но всегда в любом коллективе есть такой человек, которого, ну, хочется немножко придушить, да. Вот, поэтому здесь вы сами строите свою команду, вы сами наполняете свой онлайн-магазин, вы сами выбираете тех людей, с которыми вам комфортно общаться, комфортно вести бизнес. Да? Вы никогда в жизни не пригласите в свой онлайн-магазин тех людей, которые вам неприятны, которые вам не хочется просто не видеть, не звонить, не общаться. Вот это вот очень важный факт. Да? И самое классное, то, что здесь вас не могут ни сократить, ни уволить. Вот это вот очень классно, да, потому что это ваш бизнес. Вот как только люди понимают, что это бизнес не дяди, не тети, не наш бизнес, да, это ваш бизнес, ваш личный бизнес, да, только компания представляет вам платформу, дает вам продукт, но это ваш бизнес. Как только вы это понимаете, люди начинают развиваться мегамильными шагами, да, потому что я знаю, у нас в проекте есть результаты уже на сегодняшний день. Юля Кочнева, которая пришла вот буквально 20
5 дней назад, и за эти 25 дней она уже вышла, она стала уже менеджером онлайн-магазина, и я надеюсь, что в этом каталоге Юлия опять повысит уровень и выйдет уже на новый уровень менеджера 12%, да? Нет финансовых рисков. Это очень важно, потому что на сегодняшний день люди, которые приходят в бизнес, традиционный бизнес, да, для того, чтобы получить доход, им нужно сначала вложить деньги, и не маленькие деньги, да, вкладывают по 5, по 10, по 15, по 20 тысяч долларов, а потом несколько лет подряд их начинают отрабатывать, да. И не факт, что вы их отработаете, эти деньги в традиционном бизнесе, не факт, что деньги вы вложили или одолжили, или взяли кредит, когда-нибудь вы их отработаете, когда-нибудь вы заработаете деньги, которые вложили. Здесь, в нашем бизнесе, вы защищены от того, что вы не вкладываете здесь деньги, вы не рискуете деньгами, но уже, опять же, проходя начальное обучение, и обучение, опять же, вы проходите все бесплатно, вы уже изначально уже начинаете наполнять свой онлайн-магазин и строить бизнес. И уже первые шаги делая, вы уже начинаете зарабатывать. Вот это вот очень важно понять, да? Идет личностное развитие. Да, это классно, и я хочу сказать про себя, я спортсмен, как я уже говорил, да, 17 лет спорта. Спорт мне дал тоже многое, да, дал мне и такие качества, как лидерство, идти до конца, идти до результата, до победы, но те тренинги, те семинары, которые благодаря моей жене я посетил в компании, я обучался, я проходил личностные тренинги, личностного роста, на уверенность тренинги, на ораторское мастерство, на все, то есть на все в системе, да. И очень много это дало, потому что мы сейчас и выступаем на многих сценах в Беларуси, и за границей мы выступаем. Поэтому любой человек может сделать себя сам. Любой человек. Какая разница, какое у него образование, кто он по национальности, да, женщина или мужчина, какая у него профессия, да, все равно, если человек сам хочет развиваться, расти, то здесь он может получить все это. У нас готовая система онлайн, у нас есть система поддержки, поэтому попробовать себя можно в новом. И как только вы начинаете новые действия, у вас идет результат. Корпоративные мероприятия высочайшего класса. Я уже говорил, что да, тренинги, семинары, банкеты директоров, выезды за границу. Вот. У нас сейчас идет для уровня директорства, скажем так, повышение квалификации, если говорить, да, на более доступном языке, это президентские курсы, которые вот на сегодняшний день уже проходят за границей в Литве, мы выезжаем командой более 100 человек, и вот в прошлый раз мы выезжали нашими директорами, у нас выезжало практически 15 человек, 15 директоров, мы выезжали в Вильнюс, и там было почти 150 человек в шикарном 5-звездочном отеле, и мы там проходили обучение. Целых три дня мы обучались, отдыхали, праздновали, у нас были банкеты, фуршеты, вот, очень классные, да. Путешествия по всему миру, ну вот благодаря компании Reflame мы с моей женой посетили более 30 стран, и это только благодаря компании Reflame, в партнерстве, в сотрудничестве мы были в таких странах, как и Бразилия, Сингапур, Абу-Даби, Арабские Эмираты, мы были в Португалии, во Франции, Мальте, то есть это только, сказать, которые только мне сейчас вспомнили страны. Награждение тут на самом высоком уровне. Я не устаю говорить о том, какое признание дает компания, и как она награждает своих лидеров, как она чествует, какие чеки, какие мероприятия для тех людей, которые показывают и делают результат. Это шикарно, просто вот, ребята, незабываемые ощущения на банкете директоров. Вот я знаю, что на нашей встрече на сегодняшнем вебинаре присутствуют не только новички, да, но есть и директора, есть и менеджеры, и те люди, которые уже получали признание и награждение, да. Поэтому компания Reflame не экономит на награждение, на признание, а делает все на самом высоком уровне. Компания Reflame занимается благотворительностью, да, и это неотъемлемая часть шведов. Существует детский международный фонд под патронажем королевы Швеции, да, в компании Reflame, и есть в наших каталогах постоянно странички, в которых отчисления от продуктов, на которых размещены на страницах, в которых размещены эти продукты, идут в детский международный фонд. Знакомство и новые друзья. Ну, я уже говорил, что здесь
Вы постоянно общаетесь с новыми людьми, постоянно знакомитесь, заводите новые знакомства, у вас появляется сначала знакомые просто, да, а потом это знакомство перерастает в шикарные дружеские отношения, да, и казалось, что уже без этих людей как-то даже и не представляется жизнь. Вот. Помощь близким, да, я уже говорил, что в этом бизнесе я не один, это наш семейный бизнес, да, а в этом бизнесе моя мама, мой отец, моя теща, сестра моей жены Анна Козловская, это золотой директор, это человек, который является тоже организатором проекта «Территория роста». Поэтому в этот бизнес, да, никогда в жизни вы бы не позвали своих самых близких людей, которым здесь было бы неприятно, чтобы здесь бы невозможно было заработать деньги или здесь бы как-то обманывали. Потому что в этот бизнес зовем мы всех тех близких, которые нам дороги, важны, и мы хотим, чтобы у них тоже жизнь изменилась к лучшему, чтобы они стали зарабатывать деньги и путешествовать, и получать признание, да, и награждение. Вот. И, конечно же, самая важная часть – это то, что наш бизнес, который мы сегодня делаем, можно передать по наследству. Это очень важно, да, то, что мы делаем сегодня, мы делаем ежедневно, но настанет тот момент, когда наши дети подрастут, и мы просто можем переписать то, что мы делаем, на их имя, и наши дети получают полностью тот пакет, который имеем мы в компании, им просто по одному заявлению переходят все наши регалии. Да? Ну и, конечно, вот я думаю, что всем важно это семья, это дети, это свободное время, это то время, которое ты можешь уделить семье, это то время, которое мы можем провести за любимым занятием, да, у кого-то это спорт, у кого-то это живопись, у кого-то это путешествие, у кого-то это семья, дети, да, поэтому здесь, вот именно здесь все это есть, вы сами регулируете свой рабочий день, вы сами строите планы и воплощаете те, наверное, мечты, которые у вас есть, да, вы сами, все понятно, да, то, что вы здесь начальник своего времени, начальник своего времени, начальник своего бизнеса, начальник своего дня, недели и месяца. И вы сами планируете развитие своего бизнеса. Никто за вас другой не спланирует. Только вы сами, когда вы захотите, когда вы поймете, что вам нужно, какой доход, на какой ступеньке хотите вы быть по карьерной лестнице, только тогда вы начнете строить профессионально свой бизнес. Да? И понятно, что суть любого бизнеса в создании товарооборота. В любом бизнесе, какая компания бы ни была, чем бы она ни занималась, все равно важно, если есть компания товарооборот, то те люди, которые входят в компанию, они зарабатывают. Чем больше товарооборот, тем прибыльнее бизнес. Да? И я уже говорил, что наша с вами задача – это создание товарооборота путем приглашения, путем рекламы. Да? И существует несколько способов создания товарооборота, и мы сегодня рассмотрим с вами два способа. Первый способ, конечно же, он один из самых легких, скажем так, да, это личные рекомендации, да, когда вы профессионально рекомендуете наш продукт. Когда вы оформляете каталог, когда вы его показываете, когда вы просто рассказываете о тех продуктах, которые нравятся, когда вы делитесь своими эмоциями, впечатлениями от результата того или иного продукта, который вы используете. Да? Конечно, есть плюсы, это быстрые деньги, да, и вот я вам хочу сказать свой пример, да, у меня есть буквально, ну, наверное, 10-15 клиентов, которые делают у меня постоянно заказы, да, и вот сейчас идет такая череда праздников, 23 февраля, было 14 февраля, сейчас вот идет праздник 8 марта, да, потом будет и Масленица, и Пасха, то есть сейчас очень много праздников. И есть очень много организаций, которые, руководство этих организаций, они не знают, что подарить своим работникам. Так вот, я вам скажу, что идите в эти организации и предлагайте просто классный, качественный бренд, классный продукт по шикарной-шикарной цене. Предлагайте, составляйте подарочки и просто говорите, что мы являемся официальным представителем компании Oriflame. И Oriflame сегодня является официальным поставщиком подарков к дню 8 марта, к 23 февраля, к любому празднику. Да? И у нас шикарные цены, которых нет ни в одной компании. Это курс шикарный, условная единица, которая равна 13 тысяч. И вот так вот у вас появляются первые клиенты. Вы знаете, что у меня заказали 49 наборов для женщин в одном банке, 21 набор в салоне красоты. То есть, поэтому люди пользуются, люди покупают. Важно, как вы доносите это для людей, да? Это, конечно же, легко, это престижно, да, но деньги, плюсы есть только тогда, когда вы это делаете, когда вы рекомендуете, да? А минусы, понятно, что это небольшой доход, это там не $1000, да? Но это доход, я скажу, что это для студентов, вот
для тех людей, которым нужны просто дополнительные деньги и сразу, это хорошие деньги. Вот. И минус, конечно, что когда вы работаете, вы зарабатываете, но как только вы прекращаете рекомендовать продукт, да, вы не зарабатываете. Да. Ну и следующий способ, это, конечно же, создание потока онлайн-магазинов, создание, привлечение людей, да, открытие этих магазинов и создание благодаря рекомендациям уже в онлайн, благодаря личному бренду, благодаря тому, что вы делаете эти обороты, товарообороты многомиллионные в своих командах, в своих онлайн-магазинах, да, компания Oriflame вам выплачивает шикарные деньги, да. И как ведется работа онлайн, да? Первое, то, что нужно научиться делать, это оформлять заявки онлайн, проведение скайп-встреч, да, и я знаю, что вот сегодня присутствует достаточно народу для тех людей, даже я проводил скайп-собеседование, да, потому что у нас это идет на потоке, каждые полчаса идут встречи, идут скайп-собеседования, я знаю, что в многих командах то же самое, да, люди интересуются, сегодня людей интересует заработок и официальный заработок, поэтому скайп-встречи проходят ежедневно, у нас есть таблицы, и в таблицах в этих выставляется время, свободное, на которое вы можете приглашать своих знакомых, приглашать людей из соцсетей, приглашать людей из досок объявлений для получения дохода, для открытия своего онлайн-магазина. Как я уже говорил, работа в соцсетях, ведение информационных рассылок и онлайн-обучение. Вот, да, вот кто к нам попозже присоединился, я еще раз повторю, что завтра в 10 утра, не пропустите, будет шикарное обучение профессионала, успешный старт. От Елены Ракочи, да, от топ-лидера, одного из организаторов проекта международного территории роста, Лена будет давать именно первые, самые первые навыки начальные, что для того, чтобы ваш старт стал не просто стартом, а супер быстрым стартом, чтобы вы как можно быстрее научились правильно и грамотно рекомендовать продукт и научились делать правильные действия с самого начала, да. Ну, мы идем дальше, да, и сейчас немножко мы рассмотрим на примере, как это работает, да. Смотрите, я уже говорил, что все люди пользуются косметикой, все люди моются, все люди чистят зубы. Поэтому, если брать за основу, вот, допустим, все люди, наверное, живут в городах, да, и живут практически в многоэтажных, многоквартирных домах, поэтому мы взяли за основу, в принципе, такой небольшой девятиэтажный дом, в котором находится 180 квартир, да, и средний расход семьи, да, квартиры, да, это в среднем мы взяли по статистике, это статистика официальная в Беларуси, сколько тратит человек на косметику, да, в среднем это где-то около 300 тысяч. Если мы умножаем 180 квартир на 300 тысяч, да, то это получается 54 миллиона белорусских рублей. Компания к вам, как организатору такого товарооборота, обязана выплатить процент от товарооборота, да. Ну, если говорить о уровне менеджера, да, уровень менеджера это в среднем где-то у вас 31 человек в вашей команде. Это те люди, которые покупают уже, тут рассмотрим на 100 условных единиц, это в среднем где-то 4-5 человек, это семья, да, самые близкие люди, которые делают такой товарооборот около 100 условных единиц ежемесячно. И вам как менеджеру, то есть у вас прошел товарооборот 3000 условных единиц вашего онлайн-магазина в месяц, вам компания как организатор выплачивает в среднем около 200 условных единиц, 200-220 условных единиц вам компания выплачивает ежемесячно. Вы менеджер онлайн-магазина. Но это не единственное преимущество, да, а то, что делает компания, ну вы знаете, что для меня вот это новость, для меня это было просто такая сногсшибательная. Мы ждали чего-то интересного, мы ждали, что компания запустит что-то для менеджеров, и компания запустила такой шикарный проект, запустила менеджерские конференции, да. И вот любой человек, который пришел в бизнес, который пришел сегодня, который еще, может быть, зарегистрирует свой онлайн-магазин через неделю, да, в следующем каталоге, может квалифицироваться на мега-золотую менеджерскую конференцию, которая пройдет в двух странах. Для золотых директоров она пройдет на Кипре, а для менеджеров, да, вот то, что на предыдущем слайде было, менеджеры с товарооборотом 3000 условных единиц в месяц, да, вот это вот люди, которые смогут сделать такой товарооборот к шестому каталогу 2016 года, то тоже квалифицируются на менеджерскую конференцию, да. И менеджерская конференция пройдет в России на шикарном курорте города Сочи, да. Вот
Вы знаете, что в прошлом году компания сделала менеджерскую конференцию в Египте. И общаясь с руководством компании, общаясь с менеджментом компании, все в один голос говорят, что это было лучшее вложение за всю историю компании Frame, потому что в Египет квалифицировалось более 3000 менеджеров. И это было 4 незабываемых дня. Я знаю, что наша команда ездила, 5 человек квалифицировалось, были и директора, были и менеджеры. И они с Египта, да, вот Наталья пишет, что это было шикарно, с Египта они вернулись совсем другими глазами, совсем другими лицами. Это были горящие лица, горящие глаза, которые просто побывали, наверное, в каком-то раю, побывали и видели масштаб компании, видели успешных людей, видели, что компания Oriflame не экономит на путешествиях, на отдыхе, на признании, на бонусах, на выплатах, да. Вот, поэтому я вам рекомендую, просто делайте действия, и вы попадете на менеджерскую конференцию уже в этом году в город Сочи. Ну, а, конечно, если мы идем дальше, если вам того заработка не хватает, 150-200 условных единиц, да, поэтому, если вы хотите зарабатывать больше и идти к директору онлайн-магазина, да, то нужно делать приглашение немножко больше, немножко чаще, да, и немножко уделять этому больше времени в онлайн. Поэтому, если приглашаю вот не по одному человеку в день, а если вы проводите 5, 6, 10 там скайп-собеседований, и у вас поставлен этот поток, когда вы приглашаете не один, когда у вас уже в команде есть те люди, бизнес-партнеры, которые пошли за вами, которые поверили в бизнес, которые хотят тоже зарабатывать деньги, тогда вот закрываете звание директора, да? Вы закрываете звание директора, когда в вашей команде в среднем получается более 150 человек. 150-200 человек – это уровень в среднем где-то старшего менеджера-директора с доходом в среднем где-то от 600 условных единиц до 800 условных единиц. Понятно, что это не просто онлайн-магазин и те люди, которые в него пришли, 150-200 человек. Нет, это активные пользователи, это те люди, которые делают заказ, которые пользуются для себя, которые приглашают людей в свой онлайн-бизнес. Да? И вот тогда компания вас, как директора, награждает премией в $1000, да? Компания Oriflame вас приглашает на банкет директоров, официальный доход, да, вот смотрите, вот преимущество звания директора. Что такое директор онлайн-магазина? Это премия $1000. И премия выплачивается не по внутреннему курсу по 13 тысяч, а по курсу Национального банка. То есть вот сколько сегодня доллар? Там 22 тысячи или 20 на 700, я не знаю сколько. Но вот 22 миллиона вам компания перечисляет на ваш расчетный счет. Вы участвуете в бонусе роста, в программе, в которой вы квалифицируетесь, получаете дополнительно 20 миллионов белорусских рублей. Вы участвуете в программе «Мой автомобиль», входите, квалифицируетесь в программу «На мой автомобиль». И вы получаете приглашение официальное на 2 персоны на шикарный банкет директоров, который компания организует в самых лучших залах, в самых шикарных залах города Минска, нашей столицы Республики Беларусь. Ну, к примеру, это был и дворец президентских приемов, это и дворец спорта, это и футбольный манеж, это и арена, Минск-арена, да, это и силищи, то есть это самые крупные сцены, самые крупные здания, в которые могут вмещать по 500, по 600, по 700 участников за раз, банкетов директоров. Поэтому я рекомендую вам не останавливаться на уровне менеджера, а идти дальше, развивать свой бизнес, развивать свой онлайн-магазин и выходить на уровень директора. Потому что уровень директора – это только начало, скажем так, начало старта компании Oriflame. Да? Вот. Ну и, конечно, в нашем бизнесе, как я уже говорил, мы не одни. В нашем бизнесе есть это наша гордость, это наши директора, это те люди, которые поверили, пошли за нами. И вот видите семейные пары Дмитрий и Марина Городникова. Это очень шикарная семейная пара, которая развивается сейчас в бизнесе онлайн неимоверными шагами. Они развиваются, растут, и команда, я знаю, присутствует на сегодняшнем вебинаре от Димы с Мариной. Да? Вот. Это Елена Левша с Дмитрием, это тоже партнер нашего, партнер проекта «Территория роста» и директор компании Oriflame. Да, и если говорить о
Дальше о директорах. Вот смотрите, справа это Екатерина Драбицкая, наш директор, Анна Козловская, это сестра родная Елены Ракочи, и Анна Козловская является одним из основателей проекта «Территория роста». Это человек, это девушка, которая молодая, но вы знаете, с ее головой, с ее мозгами, с ее видением бизнеса, за ней сегодня идут уже тысячи людей, и это команда Анны Козловской, которая развивается в онлайн-бизнесе и в офлайн-бизнесе. Вот, поэтому мои поздравления команде Анны Козловской. И Анна закрыла в прошлом году два новых звания, старшего директора и золотого директора, и квалифицировалась, и была вместе с нами на золотой конференции в Испании, в городе Валенсии. Да? Ну, мы идем дальше, и это опять же наши директора. Смотрите, какие все разные, да? Людмила Тарнакович, женщина, которая на пенсии за год в Минске, без знакомых, вообще еще тогда не было онлайн. Людмила закрыла звание директора, работая офлайн, да, приглашаю в свою команду и закрыла звание директора. Алла Болдырева, это мама, многодетная мама, и сейчас они в бизнесе тоже онлайн с Владимиром развиваются. Юлия Хомецкая, один из самых наших молодых директоров, 18 лет стала директором. Наталья Белякова, это моя родная сестра с Виталием, и у них тоже семейный бизнес. Светлана Парфенович, ведущий специалист горосполкома, да, то есть разные профессии, разные возраста, разные люди, и все поверили, да, и все пошли за нами, да, поверили в свои силы, поверили в себя и развивают сегодня свой бизнес. Ольга Хомецкая, это наши золотые директора уже, с премиями $2000. Наталья Мозговая, предприниматель из города Браслова, была сеть своих магазинов, было 3 магазина своих, да, Наталья закрыла и пришла в бизнес, будучи уже предпринимателем с хорошим доходом, но пришлось закрыть магазин, и Наталья зарабатывает, сейчас развивает свой бизнес в компании Oriflame. Тамара Семеновна Рудова, завуч школы, Зинаида Сафонова, хлебопекарь, на хлебзаводе отработала более 20 лет, да, Оксана Жирнова, тоже это наши директора, да, и вот наша фотография, это наша максимальная премия на сегодняшний день, бриллиантовые директора, да, и премия в $6000, да, и вот приезжает руководство на банкете директоров и чествует, празднует, поздравляют, да, вручают шикарный букет, делается эксклюзивное поздравление для топовых лидеров, для лидеров с уровня бриллиантовых директоров, для уровня бриллиантовых директоров, делается эксклюзивное представление, такое чествование, да. И вот вы видите, слева от нас стоит сын одного из основателей, Роберта Афьёпника, Александр Афьёпник. Это человек, который в бизнесе Oriflame, это человек, который управляющий директор компании Oriflame, да, человек, который принял бизнес от своих родителей, и сейчас его достаточно успешно развивает и растет в этом бизнесе. И вы видите, что вот эта вот лестница успеха компании Oriflame, да, у нас в офисе она немножко больше распечатана, вот здесь ее вот кнопочка есть у вас в правом верхнем углу, плюсик такой, можно увеличить, приблизить ее, да, и вы увидите здесь, на этой лестнице, смотрите, вверху в самом нету планки. Здесь нету планки. Я уже говорил, что вы сами здесь в бизнесе устанавливаете свою планку. Все приходят сюда на 0%. Всем людям предоставляются одинаковые возможности. Одинаковые. Здесь нет такого, кто-то кого-то подсидел, кто-то кого-то подставил, кто-то кого-то продвинул по лестнице карьерного успеха. Нет. В нашем бизнесе только за личные качества, за амбиции, за свои силы, за уверенность в своих силах вы растете по карьерной лестнице и зарабатываете вот такие вот премии, зарабатываете доход. То есть премия, которая вот у вас на экране, да, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, в среднем доход равен той премии, которую вы получаете, да. Поэтому я рекомендую вам, рассмотрите поподробнее те возможности, которые дает компания Oriflame, рассмотрите ту ступеньку на карьерной лестнице бизнеса компании Oriflame и делайте все для того, чтобы выйти на уровень дохода, который важен для вас, для вашей семьи, для вашего развития, для тех мечт, наверное, которые вы хотите воплотить, потому что в компании Oriflame есть, ну, я просто уверен, для каждого человека тот уровень дохода, который ему нужен. И, конечно же,
То признание, которое дает компания, это не просто премии и чеки. Я уже говорил, что это путешествие. И вот эти вот фотографии, которые вы сейчас видите, ну, это наша гордость. Это, наверное, даже была не мечта, потому что о таком мечтать, ну, нормальный человек о таком мечтать не может. Это зал Нобелевских лауреатов, это Нобель-холл. Это Швеция, Стокгольм, это сцена Нобелевских лауреатов, где нас награждали с Леной как предпринимателей, как топ-лидеров компании Reflame. Мы награждались, мы кушали, мы ужинали в Нобелевском в зале Нобелевских лауреатов, да, в ратуше в Нобелевской, да, и от Республики Беларусь квалифицировалось вот 10 человек, и мы там были, да, нас чествовали, нас праздновали, нас обслуживали как нобелевских лауреатов. Поэтому вот такое признание дает компания Reflame. Да. И те путешествия, те страны, это 2014 год, это лайнер, на котором было более 3000 консультантов, 3000 лидеров, да, от компании Reflame. Это было 3 страны, 8 городов. Это были такие, как Италия, Франция, Испания. Мы путешествовали, мы жили в шикарных каютах с видом на море. Мы ужинали в таких вот грандиозных трехэтажных ресторанах. Для нас были организованы шоу, мероприятия. Там были и гольф-площадки, и ледовые арены, и воздушные шоу, и всевозможные зрелища, да. Вот. Это то, что делает компания. Сингапур. Мы были в Сингапуре в 2016 году и жили вот в таком вот шикарном отеле Мария Бэй Санс на 43-м этаже. На 57-м этаже был бассейн, да, длина которого у нас 147 метров. И вы знаете, что очень много народу, богатых людей приезжают в Сингапур и мечтают о том, чтобы попасть в этот отель, сфотографироваться, прийти в бассейн, снимают отель на одну ночь, чтобы попасть в бассейн. Только для жителей отеля можно попасть на 57 этаж, да. А компания нам проплатила отдых. Мы в течение 7 дней жили в таком шикарном отеле, да, в котором было все включено. У нас были организованы экскурсии, мероприятия, обучающие, отдых. Вот такой вот красивый Сингапур, да, ночной Сингапур. А это уже прошлый год, 2015, Валенсия, август месяц. И вот вы видите рядом со мной на фотографии наш золотой директор Анна Козловская, как я уже говорил, это один из организаторов нашего проекта. И я поздравляю Анну, то, что она впервые квалифицировалась в свою первую конференцию «Золотую Валенсию». И я просто уверен, для наших новых директоров, золотых директоров, те директора, которые побывают хоть один раз на любой конференции, это просто незабываемое. И те люди, которые получают такой адреналин, заряд положительной энергии, они просто постоянно хотят бывать на новых конференциях, хотят делать новые результаты, получать новые премии и новые эмоции и ощущения, да. Вот, поэтому вот так вот нас встречала Валенсия такими шикарными вечеринками, шикарными мероприятиями. Это гала-ужин, который был организован компанией под открытым небом. И компания Reflame была признана лучшей компанией среди всех европейских. Подводился итог такой, я даже не знал, что есть такие конкурсы, да, за организацию мероприятий. Вы представляете, в Европе за организацию мероприятий корпоративных, да, корпоративных мероприятий компания Reflame получила первое место из всех европейских компаний прямых продаж и была награждена за самую шикарную организацию таких вот корпоративных мероприятий. Да. Потому что, ну, все, что делает компания, она делает на высшем уровне. Ну и, конечно, уже в этом году мы были в Эмиратах, в январе этого года мы были в Абу-Даби на бриллиантовой конференции. Ну и вы знаете, тот гала-ужин, который был организован компанией, был в самом-самом крутом, одном из самых дорогих отелей в мире, это Emerald Palace, и компания сняла этот отель для того, чтобы сделать, организовать там гала-ужин, да. Потому что, ну, незабываемые впечатления, ребят, это просто незабываемые впечатления, те, которые дарит компания Reflame. Это холл отеля, да, и вы видите, что вот Лена стоит возле банкомата, он не выдает деньги, он выдает золотые слитки, которые вы спокойно, вставив карточку, можете снять вот по самому низкому курсу золота, и курс золота там обновляется каждые 15-20 минут, поэтому вот такой.
Вот банкомат стоит в холле отеля, и каждый человек, который живет в отеле, или каждый человек, который дают в отеле тоже, которые декорируются этим золотом, да, ну, все дышит роскошью, да, и компания постоянно дает мотивацию для новых мест, для новых желаний, для новых ощущений, для новых возможностей, да. У нас был организован шикарный ужин с руководством компании на 63-м этаже шикарнейшего отеля, да, поэтому все то, что делает компания, организовано на самом-самом высоком уровне. Ну и, конечно же, кто же говорит, что в компании нужно заработать, что в компании уже все, что уже все перенасыщено, Reflame. Это вот факты и цифры, которые произошли в компании за последние 18 месяцев. Смотрите, новых званий от директора и выше 6370. 6000 человек смогли, поверили и сделали новые звания. Бонусы. Более 10 миллионов долларов было выключено только в виде бонусов, в виде премий бонусов. И выплаты, которые компания произвела на счета своим лидерам, составили более 500 миллионов долларов. Поэтому деньги есть в компании. Деньги есть и не маленькие. Да? Поэтому вы знаете, что очень много людей вам будут говорить, что это невозможно, что это нереально, что у тебя ничего не получится. Да? Они не должны вас отвлекать. Потому что я знаю, что те люди, которые сегодня на вебинаре, это те люди, которые верят в свои силы, те люди, у которых есть мечты, те люди, которые не безразлична их семья и дальнейшая жизнь, да. И я просто уверен, что вы сильны и у вас все получится. При нашей поддержке, при нашей системе у вас не должно не получиться. Потому что мы в вас верим, наверное, на первоначальном шагах. Наставники верят намного больше в своих учеников. И вот вы знаете, что в любом деле, наверное, ну, как я как спортсмен, я всегда все сравниваю со спортом, потому что в спорт мы пришли тоже, а в нас никто не верил, нас просто набрали как группу сначала в Витебске, да, я сам из Витебска, набрали группу спортсменов, даже не спортсменов, а просто детей, 4-й класс, 10 лет. А после, когда мы начали делать шаги, как нас начали тренировать, когда тренер начал вкладывать нас не только в свои нервы, душу, да, и силу, и знания, и мы поверили в себя, мы пошли за тренером, мы поверили в команду, у нас организовалась команда, и мы стали делать результаты, и стали добиваться шикарных-шикарных результатов. Мы стали трехкратными чемпионами республики, мы выиграли Кубок республики, мы поехали на чемпионат Европы, мы поехали на чемпионат мира, мы играли за национальную, за молодежную сборную. И вот это вот была классная-классная команда, которая побеждала всех тех, кто у нас стоял на пути. Поэтому вы в правильном месте, вы в правильной команде, и у вас невозможно, чтобы у вас не получилось. И вот этот вот слайд очень классный, я его нашел и поставил на сегодняшний вебинар. Да, вот смотрите, звезды мирового бизнеса говорят о сетевом маркетинге, да. И это те люди, это самые богатые люди мира. И что вот они говорят? Дональд Трамп, да, на одном из телешоу его спросили, что вы сделали, если вдруг все потеряете. Он ответил, я занимаюсь сетевым бизнесом. Зрители рассмеялись. На основе зрителей Трамп сказал, именно по этой причине я и сижу здесь, а вы сидите там. А Уоррен Баффет, да, моя инвестиция в одну из сетевых компаний была самым удачным вложением капитала, которое я когда-либо сделал. Это американский миллиардер, топ-инвестор, да. Билл Гейтс, самый богатый человек в мире. С 2010 года, вы смотрите, Билл Гейтс, что он говорит, с 2010 года будет только три вида бизнеса. Первый – это интернетный бизнес. Второй – сетевой бизнес рекомендаций. А это уже на сегодня более 90% бизнеса в США. И третий вид – это те, у кого уже не будет, так как они этот тренд не заметили. Да? Представлять вам не надо Билла Гейтса. Это основатель Microsoft. Пауэлл Зенспилзер. Тысячи и тысячи миллионеров будущего появятся в самой быстрорастущей индустрии мира в сетевом маркетинге. Советник двух американских президентов. И, ну, и пятого человека, конечно же, что все, наверное, знают, это Роберт Киосаки. Богатые либо ищут, либо создают сеть. Все остальные ищут работу. И я думаю, что все эти люди правы, да, потому что сетевой маркетинг, сетевые компании, которые представлены на рынке сегодня, развиваются. И только сети сегодня будут выживать на рынке.
Поэтому неудачник – это не тот, кто не имел шанса, а тот, кто шанс получил и им не воспользовался. Я вам желаю неспокойной пятницы, чтобы вы проанализировали свой список знакомых, чтобы вы зашли в социальные сети, просмотрели всех тех людей, которые у вас находятся в друзьях, и дали им возможность построения своего собственного бизнеса. Ну, а я вас хочу пригласить на наше, скажем так, командное мероприятие, большое, грандиозное мероприятие, которое будет с подведением итогов проходить у нас в Витебске 13 марта 2016 года в Доме культуры по улице Доватора. Это Дом культуры Ветеринарной академии государственной города Витебска. Да, 13 марта мы будем чествовать новые звания, новые уровни, мы будем чествовать новых директоров нашей команды. Это будет и фуршет, это будет и отдых, и поздравления, и признание. Поэтому я каждого из вас приглашаю на такое шикарное мероприятие, которое будет у нас проходить 13 марта в час дня, начало в Доме культуры, Ветеринарной академии в городе Витебске. Ну и, конечно же, с вами был сегодня Денис Бирюков, основатель проекта «Территория роста», один из основателей проекта «Территория роста». Я желаю вам успехов, удачи и воплощения всех ваших мечт.